Доме культуры «Полет» 10 сентября прошел ежегодный фольклорный праздник, посвященный осени. Целью мероприятия стало сохранение истории и возрождение русских традиций. В рамках программы для детей и взрослых были подготовлены старинные русские игры на свежем воздухе со сладкими призами от Дома культуры, а также концерт, на котором выступили коллективы ДК и ученики местной школы.